Вот здесь они перевернулись, там мы уже сюда что-то доехали. Похоже, что нет. Потому что сзади уже страшно. Как мы отсюда спускаться будем, Паш? Я боюсь. Вот здесь, наверное, да? Нет, это было где-то в другом месте. Мы едем в облака. Немножко не ожидали и случайно заскочили наверх, хотя совсем не планировали. Но дорожка шла-шла и вышла на вершину.